А, не, не знаю такое. Ну, короче, I wanna graduate from DT. Это что-то игра. Бегущей строкой и название игры пускай. Ну, раз так просишь. Ща. Как шрифт поменьше поставить. А, он там, наверное, мышка, да? Короче, как-то так, норм будет. Не, ну просто я обычно, когда долго игру прохожу, то я ставлю. А сейчас непонятно просто, что за игра. Мы вот видишь, там скипаем постоянно. А это... Ну, как бы это по поводу захватывать с рамкой, ну хз, как-то неудобно. Я не люблю, когда ты что-то открываешь поверх, там блокнот какой-то или еще что-то, и оно поверх игры, ну это как-то тупо. Так. А, это сложность. Медиум. В это не умираешь. О, скролл. Вот эта технология, скролл. Фанаты Майнкрафта, что ли, делали? Да что это? Музыка рестартится, как здорово-то. А, там шип, да ну, я не понял. Не, а тут же видишь это, тут блокировка. Сейвиться не яхту получше. А-а-а. Ну не, такое часто довольно бывает. Чё, копру добывает, где твоя кирка? Чё?
Снапу фейспалм за то, что он что-то не знает в айваннах. Ну ок. Ну упал. Ну я как бы вообще не знаю майнкрафтовский сленг. Ну спасибо. Так, а куда тогда? Ага. Там ничего нету. Там блин, там шип спрятали опять. Ну ясно. Стоп, а куда? Я же направо не долечу ни хрена. А, там наверху платформы. Фу, ты их пока увидишь. То облака-то не осязаемые, а вот эти платформы осязаемые. Стоп, там надо сразу что ли пропрыгивать дальше? Я думал, там типа нужно просто сразу отпрыгнуть. Не, надо все-таки отпрыгнуть. Ну, затравлено. Ну это хотя бы в принципе, ну, прикольно так играется игра-то. Да сфута, я забыл, какой блок-то опять. Что? Внезапно деревья стали убивать? А, давай, снап, удачи. Ты болтай. Ну. Так, тут непонятно, что меня убило. А-а-а, да ну. Жесть какая-то. Оп. Так, я так понимаю, нужно запрыгнуть и... Вот так, да? Понятно. Значит, точно Майнкрафт. Прошел за стрим ее, что ли? Да что опять там убивает? А, опять там шип дерево, да. О, ну это тупо как-то. Понятно. Норм же тема шип дерева, ну.
Не, ну по идее, как бы, когда ты один раз это видел, ты уже не должен на этом умирать. Но у меня просто V-внимательность, как бы, поэтому... Ну? Того. Так и думал, ну что-то я затопил. Не может же просто так отпустить тут этот шип, ну. Что-то я задумался. Пошло рачение. Меня это убивает, очевидно. Нет? Ладно. Чем-нибудь полетает по-любому, да? Да ну, меня взрыв этот убил. Так, это что такое? Ну ладно, не важно. Так, что тут меня убивает-то? А в чем сложность? Ну, видимо, дальше будет сложнее уже. Ух ты ж. Ну, уже хотя бы Айвана пошла. Хотя, конечно, пока это легкие. Прыжки. Так думал что-то, ну, решил пофигу проверю на себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну что это? Ну хоть бы убивали уже, а то что как-то, как не очень. Что?
что делать-то? Так, давайте попробуем, не знаю, там... Хз, что попробуем? Может, там, платформу по центру не вызывать, или... Или наоборот, только ее. Ага. Ну. В целом отгадал. Это что такое? А. Что-то сразу не заметил. Да допрыгивай. Это что такое? А, это шип такой? Норм. Да ну... А куда там идти-то? Может, там если до края дойти, то шипик слева улетит. Угу. В меня. Да ну. А тут что? Не знаю, первый раз, когда прыгнул, что-то как-то забоялся. Паспорта. Ты что, серьезно собрался проходить? Да пройди его на без гайда для начала. Ну как бы, хз, конечно, твое дело. Но мне кажется, это все равно, что вот пророк пошел Камиле третью играть. Ну я хз, как бы это бред, как, ну, при текущем уровне скилла. В Денде? Но в данный момент вроде у меня нету в планах игр на Денде для прохождения. А, не, ну есть Супер Денде только. Ясно. Затупил. Я просто не ожидал, что платформа полетит. Ну как-то не вышло. Это жесть. Жалко, музыку и рестартует.
Одинаково жрут? Да не думаю, что одинаково жрут. Спецэффектов Turtle The Guy целая куча. Да что такое, ну... Да лол. Ты что ж я не могу там вымикрить-то? Я вот поэтому в Айвана в основном без комментов и играю. Ну вот какие у меня сейчас комменты? Какие-то вообще никаких. Потому что я, ну, тут как бы, не знаю, особо не покомментишь. Это, блин, упоротая физика вот этих платформочек. Да ну, я просто... Не понял, как там поступить-то. Так, я отсюда не перепрыгну прямо к выходу. Вот так вот, ясно. Что это? Не нарандомил. Нарандомил, не нарандомил. Не нарандомил. Да лол. Дурацкий момент. Не нарандомил. А их убить нельзя случайно? Тащу. Рандом, приди. Нарандомил. Я так понимаю, это красное убивает. Hi, Death Ray. И что тут надо делать? Типа успеть, что ли, надо? А что, Майнкрафт еще может закончиться? Да мне кажется, это вся игра об этом. Да что же это? А что, вы знаете, кто это, да? Игенлаш? Я первый раз вижу. Ну, я, ну, короче, я не знаю. Я на английском... Плохо довольно шарю. Так что. Да как? Да я не понимаю, как там на вторую успеть? Yes, it's Russian stream.
And my English is very bad. Да не запрыгивает он туда. Что-то я не понимаю. Там какое-то тролльство по-любому. Может, ту яму с лавой можно прыгать? Кстати, если что, подсказывать можно, вот, как бы это вообще, в этой игре это вообще не проблема, даже наоборот приветствуется. Если хотите. Не, ну даже если я на вторую запрыгну, на третью это не вариант. Типа джамп-джамп, вот так что ли? Что? Удаляй. Ой. Сложный босс. Т-тайминг. Блин. Да что, я же нормально про тайминг, по таймингу все сделал. Да. Я кнопку стрельбы потерял. А что это вообще такое там ездит, я не понимаю. Что-то у меня тайминги вообще не очень. Ой, соскользнул. Это же нормально же сидели, ну чё начинается-то? Точнее. Ну, ты тактика, понимаешь же. Ну, что-то я вообще... Thank you.
Ну блин, там что-то меня зажало. Как оно задело-то? Вроде же там летело за километр. Ну тут как бы не знаю, нельзя было ничего поделать. Да. Ну ща пройдем. Это не будет в первой стадии там какая-то изичная, а потом начнется хардкор вообще жуткий. Тут ляй. Все что ли? Че? Незащищенный сейф. Ну что это? Не знаю, если это трению мир. Стоп, а как мне вверх-то... Или подожди. А как мне пройти-то, я не понял. А. Гибрид Майнкрафт. Но это не очень. Нет, это мне ничего не даст, да? Ну да, тут-то я не могу. Походу была плохая идея. То есть мне этот прыжочек по-любому делать надо, я не вижу других вариантов. Затуплено. Да удаляй, ну что за чушь? А, там шип. Стоп, и как тогда дальше пройти? Так, еще-то другие пути.
чем прикол тогда, я не понимаю. А, понял, да? Так. Да, я думал, через блок не заденет. Ну, А тут-то обо что умер? Фигня какая-то. Какая тактика? Я понимаю, какая тактика. Ну, по крайней мере, до туда, до куда я дошел. Почему я не могу идти? Так, а мне надо направо, да? Надо было уничтожить этот блок. Ну, удаляй, ну. Почему он застреет? Это тупо. Так. Надо теперь не зарачить тут. Ну, конечно же, там шип в блоке. Мы уже почти все знаем. Бесит то, что застреет блоки, нужно прыгать обязательно. Нахрен так сделано. Это нелогично даже. Ну это что еще такое, ну?
Ну это вообще не очень так делать. Неужели? Удаляй, ну что это, ну? Хрен знает, куда мне надо. Да ну чё я тороплюсь. А, тут можно как-то стоять, но... А-а-а. Я это зря, да? Ну, что за... Что-то какое-то не очень вообще. Почему раньше меня это не убивало? А, типа надо с краю стоять, понятно. Позарачено, да? А, нет, еще. Ну, вы поняли. Ну, тактику, по крайней мере, вроде отгадал.
Да что ж такое? Ну такой вроде легкий кружочек-то, ну. Хорош уже умирать-то на нем. Забыл что-то уже. Есть. Ой-ой-ой, босс. Да, у меня управление блокирует вначале. Чё за... Я вот вначале не могу управлять, вначале он стоит как вкопанный. Что за чушь? Может их убить можно, подожди. Жесть какая-то. Хитрить какая-то вредятина. Там кнопочка наверху, но... Вообще не понимаю, что надо сделать. Ну, понятно, в принципе. Ага. Я думал, он мне поможет. Ей не надо было стоять. Ну, короче, легкий какой-то босс. Да, только бредовый, но... Блин, ну довольно легкий. Чизи страта, ждем, пока он наверх запустит. И вот так, и все. Да ну я. Как я мог слететь с платформы? Ну вы поняли, второго прыжка не было. Чушь. Даже ждать, в принципе, не надо. Просто следим, куда летит, и все. Удаляй.
Норм. Все хорошо. Тут как бы да, тут надо было побыстрее еще действовать. Походу все-таки лучше дожидаться, когда наверх стреляет. Привет, Тараван. Да как? Да тут не пожар, ну просто, ну как бы, блин. Тупость какая-то, реально, ну тупость. Ну вопрос давай. Обычно вопросы, что круче, как раз таки разжигают пожар в чате. Я пока еще не видел, что там, в чем суть. А, ну ядрить, еще надо пройти. Да ну, зарачено сейчас будет, естественно. В смысле, не может быть, чтобы он PS Vita эмулировал. Ну, второй, конечно, интересней, но если есть желание. Так, надо научиться, короче, вот эти штуки проходить, потому что что-то я не пойму. Да как это проходить? Я думал, я уже с этой тупостью разобрался, тут еще теперь вот эти надо микрить учиться. Ну и говнобосс. Не, ну ладно, хоть не яблочки, и то спасибо. В чем его проблема? Ну не знаю, как бы самому собрать всегда интересней. А с точки зрения, чем пользоваться лучше там и так далее, ну это уже другой вопрос. Как бы если хочешь просто как бы играть в дороге и все, то как бы, ну, конечно, бери готовую. А если ты хочешь, ну, именно непосредственно процесс, как бы тебе интересен, сборки и так далее, ну, то в чем как бы тут вопроса даже не стоит. Потому что мне кажется, вопроса-то нету вообще.
Не знаешь, будешь в нее играть. Как это пройти вообще? Я не знаю, зачем Фабино купил 3DS и не играет. А раз уж купил 3DS, так играй, там куча игр классных есть. Как-то тупо, но его дело, конечно. Сейчас. Ты реально зачем купил 3DS-ку и не играешь? Ну причем новую купил, заказал новую Nintendo 3DS. Купил одну какую-то никчемную игру и все, и забросил на приставку. Ну я хз. Логику не очень понял. Ну хотя бы ладно, допустим, если тебе не понравилось, ну тогда продай. Короче, мне кажется, на этом боссе будет дроп. Потому что если тут такая маленькая вероятность, что я пройду вот этот вот момент, то, блин, еще надо каждый раз убивать его. Удаляй. Да, планшет это крутая штука. Но единственное, что на планшет ты в консольные игры не поиграешь. Ну, это неудобно. Там есть эмулятор, но все-таки, ну, как бы неудобно. Не, ну в JRPG нормально на планшете играть. А вот в какой-нибудь уже платформер ты не поиграешь. Даже, ну... То есть, даже если виртуальные кнопки на экране есть, это неудобно. Да ядрить, как это пройти нахрен? Ну, ты, ну жесть какая-то. Скоро дроп. Ну как бы дроп не потому, что я совсем не могу пройти, да, но просто я не хочу очень сильно напрягаться из-за какой-то ноунеймовской игры. К тому же это не особо интересный босс. Я понимаю, когда сложно интересное там, да, то есть... Как бы, блин, ну из-за какой-то левой игры так напрягаться... А, ты типа из-за этого в нее не играл? Стоп, их точно нельзя убить? Лол. Удаляйте меня, ну пожалуйста. Ну удалите меня полностью. Блин, даже самому что-то смешно стало. За что никто не подскажет? Ты стрим не слушаешь, что ли? А где сейф? Я прошел одну зону.
Ну, в чатике хз. Не, блин, тоже отписался вон. Да зачем Виту в пино не подсказывай? Ты бы купил Виту, ты бы ее тоже не играл. Зачем покупать Виту? Ну, как бы я не очень понимаю. Ну, то есть, ты хотя бы аргументируй только. Если аргументируешь, то никаких вопросов. Ксипи серебро. Ксипи дропнул игру сегодня, которую я зареквестил. Хорошую игру на NES. Да не больше там крутых игр, это чушка полная. И там есть хорошие игры разные. Есть кроссплатформенные игры, которые есть и на той платформе. Ну чё, на этом, наверное, заканчивать будем. Потому что я есть хочу, честно говоря. Ну не знаю, захватить, наверное, надо будет в следующий раз заголовком игры. Потому что это... Ну там же написано, у меня сейчас 226 смертей и прохожу игру я 2700 секунд. А Ксипи дропнул игру YY World, которую я реквестил Алексею Альферову, который ее тоже дропнул. Вот. Ну, она хорошая игра. Не, ну просто Альферов что-то начал там в Гае играть, еще что-то там Нити Гайдена. А Ксипи дропнул, потому что просто, не знаю, не очень. Вот. Ну, как бы его право, ладно. Все, на этом стрим заканчивается. Всем пока, спасибо, что смотрели.